Ну что, поздравляю вас с победой. Для начала скажите, пожалуйста, почему вы брендируете шоколадки, а не валерьянку? Сложный вопрос. С коньяком, на самом деле. Поэтому все нормально. Ну не, на самом деле, типа, что Новый год и снежинка, там, как подарок. Я вопрос. Следующий, да нет, я очень надеюсь. Ну что, расскажите, как вообще сегодня, какие были настроения у команды, к чему готовились, вообще ожидали, может быть, технического уже? Ну, наверное, да, реально, когда команды так долго не было, уже ожидали технического, потом, когда пришло 4 человека, я думаю, готовы были запихнуть им 20 мячей, но в итоге, я не знаю, спасибо, что закончилось так, как закончилось, потому что... Честно, наверное, по игре мы не наиграли не то, что на выход из группы в плей-офф, а даже на победу вот в этом матче. Но, тем не менее, в первом тайме смотрелись довольно-таки неплохо, и вроде бы как мячом получалось владеть. Что в перерыве произошло? Как-то, может быть, тактика ваша изменилась? Или думаете, что соперник поговорил, настроился немного по-другому? Да ничего не произошло. Я еще тогда в интервью... во втором туре говорил, что это не наш формат, и парни просто теряют игроков, выходы 3-1. Я говорю, повезло, что мы с Фортуной играли, они там, условно говоря, с МЧС, они бы нам 40, наверное, забили бы. Я не знаю, как мы будем выходить в плей-офф со второго места. Я думаю, что все команды, которые заняли первое место по игре, сейчас точно сильнее нас. Я не знаю, как мы будем настраиваться. Посмотрим. Ну, я считаю, что глупо, наверное, говорить о том, что это не наш формат. Если на наш формат не надо было все это вообще заявляться. Раз заявились, значит, нужно играть в футбол, нужно в первую очередь мини-футбол, даже на траве это движение. А у нас, к сожалению, этого движения нет. И Егор правильно сказал, если ничего не изменится, для нас в следующую субботу этот турнир закончится. Скажите, достаточно ли проблем вам доставил вратарь противника? Потому что тащил, мне кажется, все и, в принципе, даже то, что не стоило бы. Да, большинство ударов, на самом деле, летело в него. И... У них вратарь тащил, а они просто нам не попадали по воротам. Если они попали раза три, то вот бы счет был бы не в нашу пользу. Ну и последний вопрос. Тем не менее, кто доставит наименьшие проблемы, скажем так, в стадии плей-офф команде? Да нет таких команд. На самом деле, мы сами себе доставляем проблемы. Если мы сыграем нормально, то я считаю... Достойно можем сыграть с любым соперником. Если будем играть так, как играем на данный момент, мы проиграем всем, без исключения. Да не, ну вспомнить прошлый год, тоже была достаточно такая группа, но, не знаю, вообще играл другой Снукиз. Какой сейчас играет Снукиз, просто сложно узнать. И хорошо, что там никаких видеотрансляций нет, то перед нашими болельщиками мы опозорились.